Всем доброе утро, ребята, всем привет! Как видите, у нас погода сегодня замечательная. Это значит, что нужно ловить момент, пока солнышко с утра. И я уже отсняла видео АСМР завтрак, рубрику, которую вы так ждете на Светхом. И я сделаю все для того, чтобы она вернулась. Я замотивирована, и сегодня уже одно видео отсняла, осталось только его смонтировать. Допиваю свой мне язык заплетается. Допиваю свой кофе утренний и занимаюсь планированием. У меня сегодня по плану косметолог. Я сегодня еду к врачу на процедуру. И также я увидела, что у меня в этом месяце не очень хорошо выглядит лицо, и я постоянно делаю анализ и наблюдаю за тем, почему, по какой причине у меня и на что реагирует у меня лицо. В общем, в этом месяце я принимала один препарат, и у меня подозрение, что кожа у меня именно на него отреагировала, потому что медикамент, который я принимала, он... Пуся пришла, вылетела из головы слово. Гормональный. И из-за этого, я думаю, у меня и пошли сильные покраснения, потому что в плане питания у меня все нормально, я не пью молоко, и сыр я ела только фета, и это раз в неделю. Когда я принимаю что-то такое в маленьких количествах, то кожа не реагирует. А если я там как с апельсинами съем несколько, 2-3 апельсина за один раз, то на следующий день у меня лицо будет красное. Так что сегодня буду разговаривать с врачом и посмотрим, что скажут, и работаем, в общем-то, дальше. Так, по расписанию у меня сегодня косметолог, завтрак отснять, это мы уже сделали. И сегодня, по возможности, в зависимости от того, во сколько мы вернемся, я буду заниматься монтажом. И еще сегодня буду снимать обед, приготовление обеда. Как я уже говорила, я сейчас снимаю рецепты, чтобы выставить видео на Светхом, именно меню на неделю, и показать, что мы кушаем и как я это готовлю. Чтобы продукты у нас не портились, да, и не было наготовлено много еды, как это было, допустим, на Новый год, то я снимаю по обстоятельствам. Сегодня мы кушаем, какие-нибудь макароны, их я и снимаю. Потом я из этого всего буду делать одно видео. В общем, так удобно. И не остывает кофе. И так как мы сегодня будем в Барселоне, я хочу воспользоваться случаем и зайти в магазин косметики, но что-то мне подсказывает, что он не закрытый, потому что тот магазин, который мне нужен, в частности, Sephora, Druni, Primar, Primer, они очень большие. А у нас сейчас карантин, и магазины, которые площадью больше 400 квадратных метров, они все закрыты. Теоретически. Сегодня после процедур пойду, посмотрю. И если получится, то куплю все, что мне нужно, а если нет, то буду заказывать через интернет. Еще вчера нас не было дома, и приносили посылку с ASOS, но нас не было дома. И я боюсь, что сейчас мы уедем, курьер опять приедет, и нас опять нет. Ладно, ребятки, буду я писать дальше. У меня все вчера было выполнено, кроме чтения. Как выделить время на то, чтобы почитать? Я в понедельник читала, вчера вообще ничего не читала. Сегодня обязательно нужно уделить этому время. Обязательно. И вчера я очень продвинулась со своим проектом. Я показала тетёле с Надей. И вроде они сказали, что... что им понравилось, что здорово. Я работаю над одним проектом, я создаю продукт, который хочу, чтобы он был полезен, и он будет полностью сделан моими руками.
Вот, поэтому это так долго, и я хочу вам рассказать, но при этом и не хочу рассказывать, потому что зачастую, когда говоришь о своих планах, потом что-то не получается, и ты не можешь их выполнить. А ты уже ляпнул, рассказал. Вот, поэтому я не рассказываю, над чем именно я работаю, но я очень-очень надеюсь, что в феврале у меня получится довести до ума это все дело. Вот, потому что январь уже заканчивается, и вот, да, ну, я вкладываю, в общем-то, всю душу и все свое умение и навыки в этот проект. Боже, сколько я сегодня говорю, какая я стала балаболка, это кошмар. Ребят, всем привет, я привез Катю сегодня на процедуру для лица, и пока я ее буду ждать, у меня пришла идея съездить, здесь есть очень хороший магазин с цветами, давно я цветы ей не дарил, и заеду, куплю ей какой-нибудь красивый букет и сделаю такой маленький сюрприз. Она точно ожидать не будет, потому что, ну, как бы поводов я не давал для того, чтобы я сегодня подарил цветы, поэтому будет прикольно, хочется сделать ей приятно. Вот, еще мы сегодня договорились с моими родителями, что хотели пойти с ними пообедать, потому что у них тоже сегодня были здесь дела в Барселоне, но в итоге у них там что-то изменилось, и мы успеем только кофе попить, потом им нужно будет раньше лежать. Так, я сейчас нахожусь на Плаза Каталуньи. Мне сделали процедуру. Сегодня у меня процедура заняла буквально 17 минут. Врач сказал, что все хорошо, и мои предположения о высыпании подтвердились. Дело в том, что после нас идет Надя с тетей тоже. К косметологу мы встретились и решили попить чай и покушать. Мы с Ваней заказали, да, картошку, потому что мы не голодные, так чисто перекусить. У тетей салат, у дедового чизбургер. И у Нади хумус. Все, всем приятного аппетита. Смотрите, какая у меня красота. В общем, мы спускаемся после того, как попили чай, спускаемся на парковку. Я сажусь. Ваня идет в багажник. Я думаю, ну, может, одежду хочет верхнюю снять и убрать. И приходит и приносит мне такой вот букетище. Так приятно. Очень неожиданно. Прям до безумия. У нас еще сегодня очень-очень сильно потеплело. У нас сколько? 15-16 градусов. Очень тепло. Но очень теплый воздух. И вот я куртку, шарф все сняла. И у нас на этой неделе вообще передают до 20 градусов тепла. Еще Катя в моих очках. Да, еще я в Ваниных очках. Потому что я хотела одни очки надеть, а у меня там ушко отломано. А? Ты сломала ушко? Угу. Зачем? Я хочу себе другие очки, черные. Что у меня классные мои Фенди светлые. Я их уже второй или... Вот это лето будет третий сезон, как я их ношу. Я хочу какие-нибудь типа вот таких вот черных. Ладно, пойдем ставить. Уже они такие ароматные. Пойдем поставим их в воду. Я немножко рассказал, то, что ты точно не ожидаешь, что сегодня тебе цветочки... А, ты снимал, да? Да, я говорю, точно будет сюрприз. А Катя такая, а за что? Такая, за что? Так, почему у нас горит подсветка? Почему она не выключается? Не знаю. Надо сейчас проверить. Надо проверить, потому что светится. Светится, светится. Все светится. Может быть, Ванюшка утром не клацал там выключатель? Нет, он вчера вечером клацал. Нет? Просто можно же как и выключателем включить, так и с приложения. Ну, да. Ну, ладно, сейчас я посмотрю. Поставила цветы в вазу. Хотела в другую поставить, но она разбилась, так жалко. Вот, посудомойка моет посуду после нашего завтрака. Погода просто невероятная на этой неделе. Прям вообще супер. А я тем временем отправляюсь читать. Я пойду почитаю немного, у меня еще есть время, а потом буду готовить, снимать обед. Да?
Так, я уже почитала. Очень интересная книга. Кто не знает, я сейчас читаю вот эту вот книгу. «Упрямый ребенок. Как установить границы дозволенного». Но тут больше идет про старших деток. Вот, но на данный момент, пока я читаю, там постарше идут примеры, но все равно очень интересная, полезная информация, то, что если у вас есть дети, или вы планируете стать родителями, почитайте. Довольно-таки интересная книга. Так, а я отправляюсь готовить обед и снимать его. Вот. Ой, красота. Не могу налюбоваться этим прекрасным видом. Вот, жду курьера, чтобы привез мне мою посылку. А его все нет и нет. Ну, я думаю, к вечеру привезет точно. Ой. Да, сейчас буду готовить. Что-то я уже проголодалась на самом деле. Есть захотелось. И дело в том, что я буду готовить блюдо, которое довольно... Ну, не то чтобы довольно, оно будет остренькое, пикантное. Поэтому Ванюшка его есть не сможет. Ему нельзя такое. Поэтому мне еще параллельно нужно будет приготовить сыночку покушать. Я думаю, сделаю ему овощное рагу. Вот это иду на кухню я готовить, кушать. И снимать. Что? Песок? Смотрите, какого красавца мы забрали с садика. Скажи, песок. Повтори, Ванюш, песок. Сегодня решили, так как сегодня очень хорошая погода, приехать на пляж, и чтобы Мишка поиграл. Достали его ведерко, машинки, лопатку. Посмотрим, будет ли он у нас сидеть и играть, или же все-таки потом начнет носиться. Пока сидит, поэтому кофе пока есть возможность. Ага. Смотри, куча людей. Наша, по-моему, одноклассница приехала вон. Тоже? Шарлотта. Да, вон она. С машины вышла. На минуточку, ребят, практически все дети босиком бегают. Да. На улице 14, по-моему, или 15 градусов. 13. 13. Очень теплый воздух, да, но и... температура 13 градусов. Идите босиком. Да. А вчера малой был вечером, когда уже солнце зашло, босиком по бетону бегал. Ну, это, наверное, приученные дети. Ну, то не есть, знаю. Изначально... Siempre he sido tu chiquita. ¿Cuántos te amos van ahorita? Yo ya perdí la cuenta. Quiero decirte que te amo. Ya van segundos y te extraño. Que dure siempre esta casualidad. Es que los otros no entenderán lo que se siente ser amigo. Tan buen amante, baby, un poquito más. Que dure siempre esta casualidad. Es que los otros no entenderán lo que se siente ser amigo. Ser tan buen amante, baby, un poquito más. Entre las bromas, ay, yo lo sé. Это у нас уже прошел весь вечер. Я как-то так получилось, что мы вернулись домой и влог не снимали. Вот, но как обычно мы провели очень классный вечер. Все вместе, потом Ванюшка пошел спать, и мы немножко посмотрели сериал, одну серию. Сейчас буду монтировать влог, так что, ребят, увидимся с вами завтра, и всем пока-пока!